11 декабря 1972 года шаттл «Челленджер» с Юджином Серноном и Харрисом Шмидтом на борту совершили посадку на Луне. Местом исследования миссии стала долина Таурус-Литров на юго-восточной окраине Моря Ясности. Луноход остановился возле кратера. То, что произошло дальше, запечатлела бортовая камера. Увидеть шокирующие кадры довелось немногим. Камеру закрепили, чтобы передавать видео в центр управления полетами. Неожиданно на дне кратера появилось невероятное образование. На фото объект был похож на голову робота, напоминал R2-D2 из «Звездных войн». Луноход должен был спуститься на дно кратера и взять пробы. Но удалось ли это сделать, неизвестно. Данные о дальнейшем ходе экспедиции исчезли. Их не было даже у нас, сотрудников НАСА. По данным Кена Джонстона, свидетелями деятельности высокоразвитой космической цивилизации не раз становились и астронавты. Первыми с кораблями пришельцев столкнулись еще Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. В это трудно поверить, ведь за прилунением экипажа корабля «Аполлон-11» наблюдало около 500 миллионов человек. 21 июля 1969 года была организована прямая телевизионная трансляция. Но есть версия, что астронавты во время связи с Хьюстоном все же проговорились. Экипаж «Аполлона-11» встретил космический корабль пришельцев, и он их преследовал. Астронавты связались с Землей. Напрямую говорить об НЛО по открытому каналу они не могли. Они спросили, где ракета-носитель, которая запустила их на Луну. Понятно, что они и так знали ответ на этот вопрос. Таким образом, экипаж докладывал базе о неопознанном объекте, который их преследовал. Мало кто знает о сенсационной находке, которую совершил на Луне американский астронавт Джон Уотс Янг. Командир космического корабля в 1972 году шел по поверхности спутника, когда заметил под ногами что-то сверкающее. О предмете, который оказался в руках астронавта, в НАСА предпочитают помалкивать. Командир корабля «Аполлон-16» Джон Янг обнаружил в лунной пыли не что иное, как небольшую обработанную стеклянную призму. Возраст лунного артефакта оценивается в миллиарды лет. Эта фотография сделана в ноябре 1969 года. Перед камерой позирует член экипажа корабля «Аполлон-12» Алан Бин. Обратите внимание на объект в левом верхнем углу. Что это за светящийся шар? В НАСА пытались найти объяснение. Это блик, лунная пыль на объективе камеры. Но все эти версии кажутся маловероятными. Очевидно, что неопознанный объект находится недалеко от лунного модуля и словно наблюдает за астронавтами.